нашел баночку компота с крышкой господарочка. Просто сказка! Заебал. Братва, я тут решил потягаться с Димой, он собрал мотоцикл. Сейчас мы узнаем, кто победит. В общем, пора показать малому, кто здесь батя. Сейчас будет жесткая гонка. И кто первый приедет, тот получит 100 рублей. Красавчик, красавчик, победитель. У него мопед заглох. Бачок потик. Дима, почему ты проиграл? Потому что Штремов очень резко трогается. Понятно. Ну гони сотку тогда. Опа. Это обзор моих находок из помойки. Усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. А также не забудьте поставить лайк и написать любой комментарий. Было бы просто шикарно. Рабочий терминал от бренда Huawei. Его используют для подключения интернета в квартирах. В комплекте даже был блок питания. Продам его рублей за 500. Нашел по-настоящему раритетную находку. Это карманный компьютер от бренда HP. Модель будет на экране. Вместе с ним зарядки не было. Я перерыл все свои коробки, но ничего подходящего не нашел. Зарядка у КПК редкая. В телефоне установлен Windows Mobile. В принципе, внешнее состояние хорошее. Экран целый. Нет только комплектного стилуса. Это не особо хорошо. На Авито подобный КПК продают за 500 рублей. Ну а я продам за 400. Возможно, кому-то и пригодится для коллекции. Если КПК сравнить с айфоном, капец он смотрится. Круто. А еще самое прикольное то, что корпус толстый. Увесистый карманный компьютер. Капец, раньше с такими ходили, и это было просто пушка. Сейчас это уже прошлый век. Нашел кофеварку от бренда Polaris. Работает. Внешнее состояние, в принципе, нормальное. Продам на Авито рублей за 300. Нашел старый телефон на андроиде от бренда Samsung на 2 сим-карты. И кстати, экран у телефона абсолютно целый. Модель телефона на экране. Телефон включается и полностью рабочий. Из косяков есть небольшая трещина на экране. Но это не критично и на работу это не влияет. С телефона даже никто Сбербанк не удалил. Я в шоке. В принципе, неплохой телефон, можно на нем даже сейчас смотреть видосики. Нашел интересную хрень, погуглил. Эта штука нужна для того, чтобы измерять вольтаж на аккумуляторах с помощью вот этих вот металлических штук. Сделано еще в СССР. Продам на барахолке рублей за 100. Это реально редкость. Мне такие находки очень редко попадаются. Нашел две пары Sennheiser'ов. Модель первых наушников HD-201. Они полностью рабочие, но вот отломана дужка наушников. В принципе, это не особо критично, починить можно. Вторые наушники Sennheiser HD-180. Они, скорее всего, рабочие, но у них был порван провод, поэтому пришлось его обрезать. Я поначалу хотел из двух пар одни собрать, но по сути можно каждую пару починить. Поэтому, когда я их починю, продам рублей по 400. Кстати, именно такие Sennheiser я частенько нахожу в помойках. Нашел 4G модем Билайн. В отличном состоянии. Вот это по-настоящему ценная находка. Продать на Авито его можно будет рублей за 900. Реально топчик. Считай, 900 рублей в помойке нашел. Модем вроде бы работает, но у меня в гараже пока что нет компьютера, чтобы его досконально проверить. А вот еще одна старинная находка. Это часы от бренда Слава, сделаны в СССР. Наверное, из-за того, что я сменил свой маршрут поисков находок, мне начали попадаться подобные старые находки. А это уже современные часы из Икеи. Внешнее состояние не очень, поэтому я их оставлю себе. Они
они прекрасно вписываются в интерьер гаража. Нашел старый кабельный модем Thomson в коробке, в полном комплекте. Не особо актуальная находка. Попробую продать на Авито рублей за 200. Нужен он для того, чтобы подключать интернет с помощью антенного кабеля. Первый раз в жизни нахожу сейф. И он даже открывается. Но внутри, к сожалению, ничего не было. Ключа от замка тоже не было. В будущем хочу его снять и поставить с ключом. Сейф оставлю себе. Я так понимаю, его даже можно вставить в стену. Или с помощью вот этих дырок закрепить к любой поверхности, чтобы не утащили. Металл не особо толстый. В принципе, в этом сейфе можно будет хранить что-то не особо ценное. Неплохая для гаража находка. Нашел вот в таком чехле жесткий диск от ноутбука. Саташный CRJ на 500 гигабайт. Я его еще не успел проверить, но я надеюсь, он рабочий. Продать его можно будет рублей за 800. Крутая находка. Возможно, я его даже себе оставлю. Главное, чтобы был рабочий. А еще нашел абсолютно новую рамку для фотографий из Икеи. Положу в сюрприз-бокс. А вот такое я еще никогда не находил. Это мачете от бренда Tramontina. На вид мачете как будто новое. На лезвии нарисована палатка и написано «Кемпинг». Офигеть, вот это находка. Так самое интересное то, что чехол вообще в идеальном состоянии. Да и в принципе мачете также в идеальном состоянии. Ручка абсолютно целая. Оставлю мачете себе или продам рублей за 900. С такой находкой можно смело идти в лес и жарить шашлык. Или ходить по помойкам и отбиваться от конкурентов. Нашел абсолютно новые оптические провода. Интересно, за сколько я их продать смогу? Если, кстати, кому-то из вас они нужны, можете писать мне об этом ВКонтакте. Нашел весы от бренда Supra. Но, к сожалению, нет крышки на отсеке для батареек. Также у меня нет батареек, чтобы их проверить. Ну, скорее всего, они работают. Потом, когда батарейки найду, обязательно проверю. Один из самых топовых телефонов, который я когда-либо находил. Это Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Я просто в шоке, и у него к тому же целый экран. Когда я его нашел, я даже себе представить не мог, сколько он стоит. В среднем 16 тысяч рублей. Я просто поражен от такой находки. Спасибо помойкам, я их очень сильно люблю. Но, к сожалению, телефон заблокирован. А также задняя крышка треснута. Блин, какой же у него красивый цвет. И самое интересное, то что на экране даже наклеена защитная пленка. Все В сервисе разблокировка подобного телефона стоит примерно 1300 рублей. Я обязательно его разблокирую и продам 1000 за 6. С телефоном даже был силиконовый чехол. Я уже находил подобный телефон, это Honor Play, кто не помнит, показывал его в обзоре. Я его оставил себе, сам им пользуюсь и кайфую. Он, кстати, также был заблокирован. Я его разблокировал за 1300 рублей. Возможно, я этот телефон себе оставлю, а этот Honor продам 1000 за 4. Я даже не знаю, какой выбрать. Пишите в комментариях, как вы считаете, какой мне телефон себе оставить. Блин, помойка радует, как обычно. Я в шоке от таких находок. Нашел телевизионную приставку от Dom.ru. Но, к сожалению, нет блока питания в комплекте. А именно вот такого штекера у меня нет. Поэтому проверить не могу. Но, скорее всего, она рабочая. Сзади есть куча разъемов для подключения и даже HDMI. Интернет. Когда решу проблемы с блоком питания, продам приставку рублей за 500. Нашел старый стационарный телефон от бренда JazzKir, сделано в Польше. Когда откроется барахолка, продам его рублей за 100. Нашел блок управления охранной и пожарной сигнализацией от бренда Granit. Внутри находится сама плата, куда подключаются пожарные и охранные датчики. Также есть аккумулятор. Ну а с помощью USB кабеля всю эту тему можно настроить. Возможно, оставлю себе и сделаю в гараже сигнализацию. Также, видимо, к нему есть еще блок питания на 12 вольт. Такой комплект можно было бы продать 1000 за 1500. Ну а я, скорее всего, оставлю его себе. Так как реально нужно обеспечить охрану моему гаражу. Ведь здесь много находок из помойки хранится. И некоторые даже очень ценные. Накопилось две коробки с мелкими находками. Пора их осмотреть.
Капец, сколько находок, реально очень много. Вот здесь интересные книжки. Вот, допустим, дроны с нуля. Собери и настрой свой квадрокоптер. Поп-арт маркетинг, инстаграмотность и контент-стратегия. Я, кстати, начал инсту вести. Кому интересно, ссылка на инсту есть в описании. Мне эта книжка пригодится. Почитаю на досуге. Психологическое айкидо. Михаил Булгаков «Собачье сердце». В общем, реально книжки в отличном состоянии и довольно-таки интересные. Два дезодоранта. Вот Акс, кстати, почти полный. Зачем было покупать Акс, чтобы немножко им попшикаться, а потом выкинуть? Люди реально заелись, но это очень хорошо. Спасибо им огромное. Здесь есть еще маска для волос, полоски для депиляции новые. Интересный набор, в нем находятся кейсы для линз. Лампа для маникюра, но без блока питания. Ну еще из ценного чехол Powerbank, рабочий, для 5-го айфона. Еще есть неплохое портмоне, ширпотребные часы, старые ножницы, ложки. В общем, брал из помоек все подряд и складывал в эти коробки. Нужно будет все это перебрать, и когда откроется барахолка, поеду туда и все это продам. Ну за копейки. Если вам понравился видос, подпишитесь на мой канал. Посмотрите вот эти видосы. А еще в инстаграме есть куча всего интересного. Ссылочка в описании. Всем пока!